Просто выключили свет. Первый луз пошел. Вот почему. Потеть в доту, быть дауном на моем месте. Мало того, что скрытый пул и хейтеры, так мне еще и свет и интернет выключают по КД во время игр. Просто я заметил, когда у меня пропадает свет или интернет, я играю в доту. Стабильно. Ебаный шок. Ну что можно сказать? Я не удивлен, мне похуй. Как хорошо, когда похуй. Я вообще не удивлен ни капельки. Дефолт. Хаваю аракис с шоколадом. А, короче, луз. Резалт лос. Что поделать, парни? Что поделать? У меня любая игра лос. Независимо от меня, моих действий. I'm actually so похуй. Шок. Не знаю, слышно вам или нет, как я жую арахис. Короче, я жую арахис. Если вы слышите посторонние звуки, то это я жую арахис. Не знаю, как вам слышно. Сложно понять. Go next, вообще похуй. Просто мои стримы, это буквально подтверждение того, что вот такое бывает, когда ты ничего не решаешь, вообще ничего. Если не скрытый пул, если не хейтеры, верьте деньги. Тогда просто, блядь, минус свет. Здорово, Петюнька. Хавал ли ты протеин или креатин? Что думаешь по этому поводу? А? За стрим Skyrim. Нет, ни хавал, ни протеин, ни креатин. Ну, очевидно, протеин, который в дефолтном мясе, я так понимаю, хавал. Не покупала ничего такого спортивного питания, нет. А Skyrim стримить не буду, не хочу. Не хочу в Skyrim играть. Ну чё, go next, мне похуй. Вы себе даже представить не можете, как мне похуй. Вот вы себя не можете представить. Ха! Я просто знаю. Всегда найдется причина, по которой будет лос. Луз, лос.
Your turn to pick. Опа. Strong shall eat the weak. Ты что, хочешь, я в лес пошел? Что это? Не дали поиграть даже троллем. Ужас. Просто ужас. Может, с дряда пойти. Ну что, идем, блядь, Double Hard. Хули. В этот раз я закуплюсь нормально. Вельки Дженки! Почему он так тихо это говорит? Странно. My steel shall drink. О, у меня тролль тихо разговаривает. Don't worry, lads. This а Кунка громко. Я ничего не понимаю, почему Кунка разговаривает громко, а тролль тихо? Почему тролль шепотом говорит просто? Don't cross my path. О, так-то лучше. Буду сразу хуярить, хули. Я умер, GG. Нет, я жив на самом деле. The battle begins. Я в последний момент вспомнил, что у Спектра не хватает мана на второй даггер. Вельки Дженки! Такого быть не может. На вкусный арахис. Спасибо. Спасибо! Так, я понимаю... Я так понимаю, я соло-хард или что? На данный момент. Если... ну... я не могу подойти к крипам. АФК у меня стрельнул, АФК он достал. Бля. Как всегда, игры. Даже... мне даже не дали кэрри поиграть. А ничего, крипа не захватило. Как понимаю, завардили. Как она умудрилась умереть, я не знаю. Для меня это загадка.
А как, блять? Ой, все, я еще и умер тоже. Нет, я жив. Шок ебаный. А ничего не сделал, кроме фида. Радует. А, она не контролит Урсу. Начал контролить Урсу, Грац. Ебищная Анча. Да сделай! Лол, что Анча делает? Они контролят своих героев. Это шок, это ГГ. Она просто не контролит парня, вы это видели? Она не нажимает кнопки. Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Come on, sprites. I need no allies. Deny. Die faster. Faster, faster. Что контентовая Энча? Энча-конча, блять. Блять, я даун или даун? Почему не могу привыкнуть к этому ренджу? Давно не играл, не могу привыкнуть к этому лоу ренджу. А как добить? О, Кун, Карач, байбек, GG. Игра закончена. Я возьму ТП, если меня будут убивать, я сделаю себе. Просто ТП сделаю, короче. Стан, take Стана нету. Алло, ты будешь что делать, тварь тупая? Добить что с этим уроном? Ну да, ульф Уриона, кто бы сомневался. GG, блядь. Dire structures are fortified. There are no innocents. Понятно, что time to feed. Типа, кто-то не в курсе, что у меня каждая игра почти скрытый пул. Просто мидер умер два раза, пишет time to feed. Верки Дженки! Энча-конча. Просто тварь тупая, АФКшная.
Верьте, Дженки! Привет, Попеч. После калибровки я получил 3 ММР, и я поднял на пуджи 4500, и после попал в скрытый пол и проебал 1 ММР. Теперь я сижу на 3К и жду, когда ты спустишься на мое болото, и я с тобой сыграю. Почему ты так не любишь аниме? Есть же норм анимешки, просто ты их не видел. Блять, все, не надо мне про аниме только говорить. Не люблю аниме как жанр, причем здесь есть норм аниме. Как жанр не люблю, я не люблю аниме, все. Никогда не полюблю. Чтобы маску смерти купить. Как-нибудь дожить до маски смерти и топорика. Я не знаю, как это сделать. Почему Энчан ничего не делает? Я не могу понять. Это самая бесполезная Энчан на харде из всех, что я видел в своей жизни. Она такая тупая, бля. Она хоть что-нибудь сделать? Реально, вот, хоть что-нибудь. А не, она слишком тупая, это забей. Я портаюсь, тут ульт Фрёна нас убивает всех. Кунка, дебил, Энча, дебилка, они все дебилы, нам не выиграть. Невозможно. Они бегут под ульт Фрёна. Понимаете? Они бегут сюда под ульт Фрёна и ульт, ну, это скрытый пул. Такое нельзя выиграть. Они просто бегут под вышку под ульт Фурёна, а там, ну... Это все, это сразу все. Эта игра была за крипов. За крипов. Так как предыдущая. Предыдущая свет выключили. В этой скрытый пол. Чисто факт. Просто мидер уже 3 смерти, просто бежит под ульт Фурёна. Забей вообще. Ну, там полный дебил. The enemy's bottom tower has been denied. Добрый початок. Да, спрятаться от ульты. Добрый почан, так и отбирать. Мне, кстати, только из станов Магнус. На самом деле я могу агрессивно что делать. Не, хотя когда скимаг будет 6-й, то он меня убьет. Они ко мне пошли или как? Your middle tower is under attack. Ну да. Не, нет смысла. Я скаймак захуярит с полами. 9-й уровень, блядь. Шок. Нидас, блядь. Сейчас мы устроим еще. Рунер Кунка на миде. Нормас, блядь. Thank you.
Вульфури. Она залетает или как? Или был уже? А, да, она убили опять. Ну, видите, Кунка рунит просто, у него 2-5-1 уже. У меня абсолютно каждая игра... Ну... Я это повторяю год подряд уже. Вот он курами фидит, смотрите. Он специально курой фидит. Это аж, блядь, ну, это для всех дебилов, которые думают, что я это придумал. Каждую игру на протяжении года. Одно и то же. Если что, выключат свет. Если что, какой-то хейтер будет специально рунить. То есть, ну вот, это просто происходит. Это всегда, всегда. Я не имею ни малейшего отношения к происходящему. Просто все игры, они заканчиваются. Я не могу даже постримить доту. Вот я сейчас стримлю доту, а что это такое? У меня чел просто фидит собой, фидит курица. Я почему это делаю? Посмотрите. Пошел фидить. То есть, невозможно понять. Вот, смотрите. Он просто фидит собой и курицами. Но почему? То есть, невозможно понять. Просто в каждой игре у меня такие. Это каждая игра на протяжении года, то есть это не рандом. Если бы это был рандом, оно могло бы то проходить, как бы то наступать. Но это не рандом, потому что это регулярно, на протяжении года. Следовательно, потеть в доту, будучи мной, это быть дауном. Потому что аккаунт, на нем нельзя играть. Можно ФК ставить уже тут, на самом деле. Там же чел специально фидит. Все, поиграл. Только такой контент я могу стримить. А что могу еще стримить? Что могу поделать? У меня просто мидер пошел фидить с собой курица. Что я сделаю? Так всегда. В прошлой игре свет выключили, то есть вот. Собственно, у меня все лузы такие. Faster! Please do. Ну ждем, пока закончит. Nice стримы по доте, как всегда. Я живу, даже постримить не могу. Те, кто смотрит мои стримы часто, знают, что у меня буквально на протяжении года или больше каждую игру практически вот такие челы играют. То есть это не шутка, не преувеличение, это практически каждую игру. Вертиденьки! На самом деле это не скрытый пул, а великий агент Дзуцу. Ты слишком слабый ниндзя из неизвестной деревни. Капа в чат, если понял сложный прикол. Чатик, а из какой вы скрытой деревни? Капа-капа. Что, у нас уже все АФК? Надеюсь, сегодня продолжает. Ну просто, блядь, сидеть, я не знаю, что говорить. Просто ждем, пока враги закончат. На самом деле можно запускать стрим доты и стримить, как я стою на фонтане АФК. Потому что нет смысла играть никогда. Все игры закончены на нулевой. GG, блять, ТП-шки нету. Ну это все не важно, какая разница. Все равно у нас чел давно уже проиграл всем игру.
Ну понятно было, что Магнус ворвется рано или поздно. Ну это по большому счету не важно. Игры-то уже нету, как таковой. Когда у врагов играет пятеро, плюс один, то есть шестеро. А у нас... Лоу скилл инча. Бесполезный ли он? Your top tower has fallen. Не знаю, парни, честно, как вы это смотрите до сих пор. Просто не знаю. То есть буквально вот некоторые смотрят уже полгода подряд одно и то же. Каждая игра спойлер, каждая игра, она проиграна изначально. Никакой интриги, ничего. Я уже фишек, а зачем играть, какая разница? Radiant structures are fortified. Тут да, у нас Ваня думает выиграть. 4 на 6. Когда Кунка специально фидит. Зачем играть, КЗ? Что у вас Ваня с головой? Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. End with everything. Your middle tower is under attack. Okay, I've raised Magnus. Look here, look. Oh wow, what a bait. Wow. Ну все игры одинаковые, все. Не хочу ничего делать, блядь. Можно убрать. Бля. Я не могу даже постримить, блядь. Я просто не могу даже постримить. Я запускаю стрим, у меня выключают свет. Первая игра. Вторая игра. Сразу скрытый пул. Как я должен стримить? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. I'm not ready. Бля, они не заканчивают, а игра продолжается, охуенно. Кайф. Что я стримлю, блять? Нахуя это стримлю? Вельки Дженки! Don't cross my path. Okay. Heal us. Truly a victim. Oh, man. They'll rue the day. There are no innocents. Бля, почему я не заканчиваю? Что за хуйня вообще? Почему эта игра продолжается? Что это? Что это? Их просто нету, блядь, они не заканчивают.
Вельки дженки! Ха-ха-ха. Капа-капа. Твич мимо и чат. В комменты напишите свой размер члена, у меня 24. Передаю привет лучшему другу Вячеславу Соловьеву. Капа в чат, если у тебя есть лучший друг. Капа прайд, если он у тебя сосал. Your bottom tower is under attack. My steel. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks. Для каждого такие челики, типа кумки, это удивление. Видите, они в чат пишут, союзники. А для меня это норма. Я играю каждый день практически с такими, как он. Каждый день. Это абсолютно норма. В этом нет ничего такого. Это дефолт. Я всегда в таких играх. Всегда. Ничего особенного. Ну вы это знаете. Любой, блядь, кто смотрит мой стрим хотя бы 3 месяца, знает, что я, собственно, игры... Я практически никогда их не проигрываю. Вот у меня все игры такие... Они сразу закончены, тут нечего проигрывать. То есть игра началась, она уже закончилась, потому что скрытый пул. И все. Кек. Очень интересно. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Интересно. Интересно. Your middle tower has fallen. А враги все не заканчивают, и не заканчивают, и не заканчивают. О, ничего, пошла дефать, кайф. Все, подефать. Ах, сейчас бы подефать. Кайф. Игра продолжается и продолжается и продолжается. И я стримлю вот такое вот, я стримлю уже последние полгода. А вообще у меня это происходит год подряд, но именно последние полгода именно почти каждый день. То есть я это стримлю вот регулярно, вот такие вот игры, где один чел просто идет и фидит с собой или курицами, ну или просто рунит другим способом. Есть много разных способов рунить. Это самый очевидный. Просто перед собой или курицами. Кайф. Он просто все зарунил. И что я могу поделать? Как я могу, допустим, улучшить контент? Как я могу стримить нормальные игры? Как? Если любая игра, она изначально луз, невозможно стримить нормальный контент, ну, каждая игра луз до крипов, каждая. Всегда так. Ничего нельзя сделать. Я не могу стримить нормальные игры. Просто не могу. Это невозможно. Никак.
Го еще постримим говно контент. Вам же так нравится смотреть. Деньги. Вам же просто в кайф. Нахуй это я, смотрите? Великий агент Габена, и сейчас я сделаю массовое теневое клонирование. Куниму мы масичи. Теперь нас много и мы везде, сейчас мои рассеять сюрикины полетят в чат. Жители деревни скрытого пула, покажем свою силу. Просто, блядь, самый интересный Dota 2 стрим на Твиче. Нахуй вы это смотрите, я не могу понять. Каждая игра, вот буквально каждая, она проиграна до крипов. Бывают исключения, но это очень редко, блядь, очень редко. Верьте деньги! Челик с ником Джус. Заходишь в Recent Games, а нет, тут вины, странно. Как такое может быть? Что там было за сообщение? Да какая разница, как я играю? Я не могу просто постримить нормальный контент, просто не могу. На фантомках сыграть. Я мне как бы мне похуй, кем играю, потому что это не важно. Your turn to pick. The phantom creeps in. Я играю, кем попало. Нет смысла пытаться там что-то выбирать героя, ластикать или что-то такое. Все равно все игры одинаковые. Каждый раз, когда я, собственно, страдаю той хуйней, пытаюсь выигрывать на стриме, только нервы тратишь. Нет смысла в этом. Нет смысла. Просто его нет. Я реально не понимаю, нахуй вы это до сих пор смотрите. Просто я не понимаю. Верьте деньги! Привет, Артас. Разбань меня в чатике, ник как в донате. И еще, что тебя за модер банит перманентно за одного гуса? У него что, за мама одного гуса умерла? Гус, блядь. Бакинг пик. GG. У нас уже два пассивных героя сейчас будет. У нас просто Омник сейчас будет Дарксиром. Еще у нас Зевс, то есть у нас все герои атаковать не могут. А у них все могут атаковать. Прикольно. Найс, пикают уебище. Да мы уже проиграли, лоу. У нас пик пассивный. Но играть не может. Каждая игра проиграна по пику. Тоже. Как бы. О, смотрите, у нас Омни Дарксир в одной команде с Зевсом. То есть Омни Дарксир в одной команде, это уже хуево. А когда еще Зевс? То есть получается, у нас кор роль пассивная. У нас еще одна кор роль супер пассивная. Саппорт супер пассивный. То есть у нас команда максимально пассивная. Знаете, как эта игра будет происходить? Просто мы ждем, пока тут челики нафармят слоты. Потом они пойдут заканчивать. И с этим ничего не сделать. Просто, ну, как факт. Охуенно. Интересно. Я вот сразу говорю по пику. Мы не можем играть. У нас слишком пассивный пик. Пассивность в доте это равно луз. Чем более пассивный пик, тем больше шансов проебать. Вот именно так. Чем более агрессивный пик, тем больше шансов выиграть. Серьезно. У нас все пассивно. У нас две короли пассивных, у нас Омник. Мы уже. В принципе, у нас нету ни тимфайта, нихуя. Ну какой тимфайт? Проблема в том, что каждый тимфайт начинается со смерти Зевса, или со смерти Леона, или со смерти Омника. Мы же не начинаем тимфайты, мы не можем начать тимфайт с таким пиком. Начинает всегда противник. Начинает с блинка Тини, умирает сразу Омни, или Зевс, или Леон, или даже я. То есть... Ну или инвокер начнет с торнадо, или спектра, ну и спектра плюс ультанет к этому всему. То есть мы не имеем ни тимфайта, ни хорошего лайнинг стейджа, ни лейта. У нас ничего нет. Никакого сплитпуша, никакого потенциального перефарма. У нас ничего нет в пике. Вообще ничего. Мы не можем играть. Буквально вот так. Ничего не сделать. Просто как факт. That's
Какая разница кому-то блядь, против, сынок? Думаю, выиграем, пишет. Какой же ты уебище. Фиг видел. Думаю, выиграем. Думает, выиграем. Проверяйте. Я думаю, один выиграю эту игру. Просто пиздец. Пацаны набрали максимального говна и так уверены в победе. Я просто рофлю. Это пиздец. Сейчас бы набрать супер дерьма и думать, что ты выиграешь. Вау. Жесть. Жесть. Как она есть. Совсем похуй, блять, совсем похуй. Go and give you work, man. Не купил Stout Shield, потому что мне он, думаю, не нужен в начале игры. Like a wisp. Когда у меня трипла. Very well. Экшн против лича постоять. Кайф. Это против меня лич плюс тинь, я так понял. Великиденьки! Мои саппорты сразу фидить пойдут. Неужели ты думаешь, что нормальный контент у тебя на стримах это то, как ты тащишь? Посмотри, что смотрит на том же Ютубе. То, где ты горишь, имеет больше всего просмотра. Это уже особенность твоих стримов. Пример это, Тигрань бы одобрил. Я не могу даже гореть, с чего мне гореть? У меня каждая игра проиграна до крипов. С чего я должен гореть? Так, ну Джаки растения тут будет тогда. Я даже поиграть не могу. Они будут топ руна. Пиздец. Да. Мысленнее. Типа, с чего мне сгореть? Мы же команда. Как я вообще могу разозлиться даже? Просто yes. Каждая ебаная игра закончена до крипов. То есть я уже вижу, что я проиграл каждую игру. Напоминаю, первая игра. Выключили свет. Кстати, yes. Пик был хуёвый, мы бы там проиграли, скорее всего. Вторая игра. Пошел мой мидер фидить курицами и собой. Третья игра. У меня хуёвый пик, у нас нет шансов с таким пиком. Это мои игры за сегодня. Кстати, я лайм пропушил, я даун. Вот, я лайм пропушил, GG. Ну мне похуй, блядь. Мне просто похуй, блядь. Я этот лайм пропушил, потому что мне похуй. Главное держать тени. Как говорит Марта. Уже линию не получится держать, я уже ее пропушил, уже GG. Without remorse. Healing and harm. Fails my shadow, fails my blade. Давай еще разменяемся с ними. Давайте. У Джакира нет еды, у Джакира нет похавать. Quick strike. Так, я понял, я пошел так. Ой, все, ГГ, я не могу играть. Я уже, наверное, в тильте ебаном, хз. У них хил кончился, хэллоу. Ну хоть этого добил. Что-то. Sneaky.
Look sharp. Джакир ушел, но он не зацепит, у него. Он руну забрал. Он руну забрал. I'm but a shadow. Moving quickly. Зачем так рисковать, Леон? А, нет, не тупой, не. Сори. Ебать, это он играет. Видели скилл Леона? Великие деньги! Эх, сейчас бы минус 150 рублей, минус 25 ПТС. Пап, а какого бы героя ты удалил из доты? Я бы удалил любого снайпера. На моем рейтинге его пикают тупекал снайпер у пикера, либо идут ПТ Лотар Павший Трон, либо Рашид Криты. Дай сам герой, говно это узнает. Алси кем лучше обузит Лаурей. Славчанский вывезет. Найс капел. Сейчас бы репил дать нахуй. Еще украл у меня ФБ. Я бы удалил бруду, потому что бруда нахуй не нужна. Отбей меня, уебище. Ладно, хуй с ним. Иди, булочки. Я бы удалил бруду, потому что бруда прям реально бесит. Короче, тиник там вообще полный трэш, бля. Джакира такой же, блядь, на забаве, я смотрю, парень, блядь. У него их жрать нет. Можно сейчас тачиться удалить? Ну я вообще всегда говорил, что надо удалить бруду и тачиться. Это всегда говорил. Ну чё ты меня блочишь, блядь, ну что за сука? Почему он отходит от меня? Да почему ты, бля, это просто... Я просто не могу, просто шок ебаный. Какой же этот Леон хуёвый. Тебе не нравится. Какой же этот Леон хуёвый. Так, хилка есть, хилка есть. Лич вылетел, потому что шапка стоит. Давай, Джакир. Го хил, Джакир. Да похиль ты, блядь. О, это уёбище, почему ты в лича не хилишь? Бля. Какой же он уёбище. Позахал, уёбок. Бля, какие же уёбища за меня играют? Ой, бля, просто по хилю бы в лича, если килл. Нет, он Джакира хилит, АФК. Рак ебаный, чмо ебаная, блядь, АВС. Тебе нужен мид вард вот тут? Говори сразу. Не-а. Раз, так, тут разговаривали, сейчас поставлю. Знал, сука. Так, тени без ботинка надо погнать. Без ботинка, Матори. Если что, кричите. Фантомке Аквилу фас нужна, потому что мы стоим, нам нужен жесткий реген. Какой нахуй реген, блядь, с Аквилы? Что, долбоёб, что он несет, блядь? Какой нахуй реген с Аквилы? Это о чем вообще он несет сейчас? Я не могу понять. Да, я себя чувствую. Какой реген с Аквилы? Что это вообще такое? О чем он говорит? Разговаривает, блядь. Нахуй он вообще пытается разговаривать? У меня Базили, блядь, это то же самое, что Аквила. ДПС тени, блядь? Я делаю ТП. Лучше лича продамаж, у него нет, похавать, пусть идет. Сейчас ТП куплю, я еще умею, блядь. Я со всех сил сдерживаю, чтобы его не обматерить. Что он вообще несет, блять? Реген с Аквилы, да я даже я проверю. Сука. Такой же реген, блядь, как у Базиля. Что за хуйня, блядь? Реген с Аквилы, он что, долбоёб? Что он несет, блядь? Что тени? Лич. Да похиль меня, уёбище! Хуя себе он смог. Я не могу просто блинкнуться, мне не дают. Sorry. Снайпер пал на меня. GG. Жаль, РПЛ нету. Было неожиданно. Неожиданно, что Спектра нажала ult. Вау.
Блять, ну, сука, не надо было. Я боюсь, что делать. Моё! Он умрет. Если ты ботл дашь, Мартре, то он умрет. А, нас играешь. Это мой мидер, это был мой мидер. Он пошел на тени на прокаст. Просто посмотреть, как там прокаст иника работает. Ебать. Какие же дауны. Как можно с такими конченными выиграть, когда такой пик? Барабаны надо. Ебать, это мусор за меня, ебать. Просто такой мусор ебаный. Я даже не фармить нихуя не могу. Просто у меня трипла, я анивей не фармлю. Так. Какие они тупые все, какие они дауны. Ну просто, это просто пиздец. Просто такой лоу-скилл, просто насколько вообще можно быть лоу-скильными, они вот настолько есть. Что враги, что союзники, но у врагов пик намного лучше, враги выиграют. Ой, я не могу крипов добивать, у меня все уже, шок пошел. Я не могу добивать крипов, у меня шок. Да? У меня шок. Нет? Я не могу просто, меня даже никто не придет, не похилит. Просто посмотрите, где хуй сосного мне найти, на миде. Что он там забыл, не знаю, когда я стою без хп. Вот здесь. Хуя, у меня Зевс убежал. Ладно, убежал. Да посмотрите, что мне делать? Я умер. Просто ноль ебаной помощи. У меня, блядь, если это пэкнуть, ман не будет просто напрочь. Я умер. Какой же мусор в команде? Ноль помощи, просто ноль по КД. Просто ноль, понимаете, ноль. Какой же они мусор, блядь, они всю игру просто... Просто, это просто... Какой же они мусор? Просто, и вот... Да, вот какой же они мусор? Вот эти вот мои саппорты, этот Зевс, это... Какой же они ебаный мусор? Они ошибаются каждую секунду буквально. Каждая секунда игры — это ошибка. Ошибка, 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 ошибка. Они не играют, они ошибаются. Я вообще... Ботл, 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 ботл. Я просто, блядь, вахуй. Какой же мусор. In I go. А, блядь. Да я не хочу уже играть. Мне это больно, да. Я не могу играть уж. Мне один крип нужен. Пиздок игру. Блять, это просто пиздец, сколько 10 тысяч ошибок на лайне от дебилок. Я все идеально делал, и потом меня наконец убили. Ни одного портала, меня просто убивают аж вот здесь. Просто, это мид, все, я умер. Нет, это тебе не поможет. Варден нужна. Дэш, давай ебанем спектру, я прилечу. Погоди, а против кого Dark Seer стрел, что такой затар увеличен? Левел дохуя, затар сидит. Против... Так, ты спину идёшь? Спину тяни, спину тяни. Я иду. Вот эта стена, блядь. Чисто, блядь, китайская, нахуй, какая-то, блядь, уебищная. Там эту игру проиграли, я уже два раза умер. Забей. У меня дауны нереальные на саппортах. Там просто настолько изи было все делать. Так, может вы мобов убиваете мобов и все прекрасно выглядит. Довольно таки. Мартра влетай, давай. Блядь, я рядом, да, все есть, ульта, три хилки, блядь, будет только вылетело. Нажми, блядь, ульт, тварь тупая, уёбище, блядь! Я не могу нажать, это просто пиздец. А это просто как нажать?
but a shadow. Давай тени, давай. Я не вижу его, блядь. Игра уже. Умри! Ой! Ну да, только нам-то два пуш, там нокер что-то, блядь, в смысле в этой игре. Your middle tower has fallen. Don't blink or you'll miss me. It is not done yet. Sneaking. Что собрать, армлет или барабаны, блять? Пока время, блять, инвокер дохуя вывез, очень дохуя. Я не знаю, куда точно ларды ставить. Сейчас лес поставлю. О, oh, yes. Спектри 2-0. Это говорит о том, что мы проиграли. Потому что у меня фарма 0. ОФК. Откуда у меня может быть фарм? Всего лишь стоял битвой. Никакого саппорта. Надо Рошана первым не убивать. Блять, надо очень дохуя у нас тут, блять, вывести, блять, потому что нихуя нет. У меня вообще герои просто без ничего, по сути. Команда мусор. Сколько, блядь, тут или... Я буду армлять делать. Ну смотрите, или бегаем вместе дальше, продолжаем напрягать, и у них кто-нибудь один фармит, и пушит нас, или, блядь. Бегаем четвером, блядь, и Матра, или Зевс на дефе. Скорее Зевс. Или Зевсу надо больше XP, чем, блядь, Матре. Матре надо много денег его выводить. Иди. I'm easy to overlook. Эта игра на самом деле закончена, ничего нет. У меня команда мусор тупой. Ну так барабан у меня появился. Проебали лаймбрики. У меня ты 30 втроём. Сепает, ещё тебя. Можем? Можем. Давай. На! Где хил? Где хоть что-нибудь? Уёбище, похиль меня, блядь! Какой же мусорный. Сука, давай Зевс, Зевс. Блядь. А где Мартра? Ага, понял. Ебучий АФК дауны, блядь. Дольше ждите, близ. Он сюда побежит. Лучший АФК мусор. Шок. Ладно, убили Кора, блядь. Ну, надо было и нокера. А чё это армлет? Чё это Мартра с армлетом, блядь? Или это Дискордик? Полгаждан. Терминатор, откуда? А, армлет? О, Сирис. Блядь. Почему такие затары? Просто не вариант, там барабаны, Саша Яша, Маша, все, игра закончена. Нахуй что-то пытается разговаривать, я не понимаю. Зевс без пассивки на девятом, это не Зевс, скажу так. А Зевс без пассивки играет. Охуенно. Че, пассивку не хотел, бегай? Всего лишь проценты здоровья, короче. Ну, это все хуйня. Посмотрите, кто за меня играет. Зевс пассивку не качал. Смысл играть, блин. Они сейчас понизу пойдут. А курицу не дают, прикольно. Верьте деньги! Они просто... Да-дай, да, друзья, в http двоеточие слэш слэш стямчемнити точка чон слэш... После игры, после игры, после игры, после игры! Подчеркивание ла слэш. Ну типа смотри, мы идем по мизу, у нас Мартра может кто-то сдохнуть. Просто вообще. Гол! А, я умер, GG. Да, глиф был, глиф тоже. Да. Я жив или умер? Ол. Все, он ушел от дефа, блядь. Хуя себе играю? Yes.
нихуя себе, я работу веду, блять. Было изи. Для попизи. Oh, yes. Simultaneously. Я готова. На письку. Пошли вам не к съемнику. Moving quickly. Я без достов, так попытайся быстрее, блядь. Soft on the eye. Is an honor. Все, Мартран резает, как бы армлет реализовала, блядь. Это хорошо. Леон тоже реализовал, блядь. И типа Тимми. Срочно, блядь, кто-нибудь подвиньте. Вот эта аналитика от челиков этих, это просто пиздец. Я просто мечтаю каждую секунду, чтобы они заткнулись. Это просто шок. Они не понимают, что мы нихуя не выигрываем, я вот мне интересно. Они думают, что мы типа впереди. У меня для них есть тайна. Ну как чуть-чуть. У нас Марта, они имеют фарма, то есть я. Anyway. Мы позади. Потому что у них пик кто раз лучше. Это все хуйня. Сейчас Зарксир у нас очень сильный, мы очень сильны в пятером, ребят. У них у Тини Дагер появился, но у него мало маны как бы. Он ее постоянно мог брать. Он из, я наверное возьму. Берлион. Заходи ему в спину или просто вижен, давай в миди лучше, сейчас мы опер на этот фанат. Так, ты дал вижен лид. Тут лид и Тини, гоп. Можно в мид, можно тени. Ну давайте тени. Вот. Вижу, да? Долбоёб, да, РПЛ. Кучка. Ой, я сюда РПЛ. Хорошо. Вот это не помню тоже. Всем, бля, Сереген, нет, да. Ладно, я один. Дарксир, толкай лучше линии, ты вот самый быстрый, кто может перетянуться туда. Драка! Хорошо, хорошо. Помощь будет? Дэф вниз. Кабочки, да? Ну хуйня там, да. Дай мне РПЛа, блять, алло. Додумайся РПЛ дать. Ну! Не нажалась, тут же. Хотя если бы я его убивал, я бы сам умирал. Yes. О, тут АФК стоит. Давай поставим АФК, блядь. НААА! У меня почти даггер есть. Хорошо, я тогда сопорчу дальше. У меня три опса, я не знаю, куда ставить, пока что, ну, пока я в приоритете не вижу, что они давят вообще, они, блядь, вот тут же, и за тауэром, вот тут все, больше они не бегают. Ну, короче, вот эти сейчас три поставлю, дагер есть. И опасно. Да, пошли, реализуем, надо мне вышку желать. Вторая ульта. У нас Мартра уже больно бьет, Мартра 12, а можно рожь. Чекните рожь, потому что их нет. Я боюсь, сори. Залетай, если там под тобой Дарксир ее по сходам, блядь, стоит. Окей, блядь. А, вот это пошел. Нет, что-то очкарнули они. А теперь за мной пробежись. Враги. Пробежись, да. Они все тут, они все тут. Омни, найс скиллы. Долбоем. Бля! У меня FPS 21, блядь, алло. Сори, Майкл. Сейчас он страйк будет. Moving quickly. Я лича могу, в принципе, соло убить. Not yet. Там вар стоит, я бы разбил. Ману, можешь иллюзию зайти? Вот тут просто. Блядь, что происходит? Не, этот гандон убивает, сори. Слип. Да? Нет? Да. Пошли. Я в танк. Нет помощи, блядь. Просто нет. Просто нет помощи. Блядь, попробую. Нет, не дам. Они улетели. Не вижу, нихуя.
Ульта, значит, ульта. Это просто, просто. Ну это просто шок. Это себе линзу. Просто шок. Глин. Да, и прирошан. Надо его лать. Какие же долбоебы. Никакого вижна, нихуя, просто. Просто у чела есть ульта, никакого вижна, прирошан. Найс, ульт, Зеус. Ноль вижн. Прирош. Прикиллс. Но нет. Ха! Yes. Да, просто долбоёбки, нет смысла играть. Ты его нашел? Леон, алло, он ТП? Что он сделал, Леон? Он даггер ТП нажал. Это просто... Давай, Зевс, попробуй разбайти. Не тут. Блять, курьер. Да мне похуй, я не хочу уже играть. Стоп, я ебал просто такого играть. Найс, РПЛ. Найс, РПЛ, уёбище. Меху, меху, меху. Больно, блять. На! Первый бой за Тарна, Мартре меня реально пугает. У тебя 900 хп и вот такие слоты ёбнутые. Меня пугает, блять, ваша игра. Вы все ебаные лоу-скиллы до единого. Это просто шок. Я всю игру, блять, держусь, чтобы не материться на вас. Здравствуй, блять! Ваша игра, это шоковая терапия, блять. Просто все, блядь, 4 ЛС, а просто пиздец. Интересно, он с самого начала сказал то, что мы проигрываем эту игру. Он с самого начала уже, блядь, сальпики крутит за компом. Я сижу сейчас голос просто. Я охуел. Особенно Зевс молодец. Найс ульт уебище. Два фрифрага. Тини и... Джакира, найс ульт уебище. И отдал еще Рошана. Отдал Рошана, отдал два фрага. Отдал Егис. ГДЖ играешь. Найс ульт уебище. Найс, молодец. Спасибо. Не за что. Very well. Бля, мне так стрёмно, но я разобью. There falls my shadow. Fails my blade. Don't blink or you'll miss me. Серьезно, Рошана бить? А кажется, там еще Егис есть. Ай, блядь, когда не заткнул ебало свое? Никогда, наверное. Челики реально думают, что они хорошо играют, да? Я так понимаю. 10 тысяч ошибок от каждого долбоеба. 10 тысяч. Quick strike. Look sharp. Они идут отсюда. It is not time yet. Он тени. Very well. No sorceries avail. Have some blade. Attack. Плохая идея, но сейчас поубивают. Not yet. Oh, yes. Ого. Верьте деньги! Водил меня Богдан к соседским дагблядям. Там было тёлок много и дико среди них. Но я не недотрога. Дал им понять с порога. Ебать, я веку долго с Богданом не привык. На полчаса мы на. Затащу сабжичей в штанах. На полчаса мы на. Затащу сабжичей в штанах. Прикольный файт, парни. Класс. Вы, наверное, думали, вы выигрываете игру. Вы думаете, вы хорошо играете.
думали, и тут такой хуяк и папич за нас оказался. Ты реально думал, что выигрываешь? Вот ты реально это думал, да? Вот ты думал, ты впереди, твоя команда, вы выигрываете, все отлично. По счету же впереди, значит выигрываем, да? Логично. Я знаю только то, что ты сейчас дезморалишь, и это, блядь, ну... Я вообще не дезморалюсь ни капельки. Я единственный, кто нормально сыграл только что. Просто, блядь, мы можем давить. Ну, реально можем. Мы не можем. У них диффуз, дурачок. Да хуя она что тебе диффузом сделал? Найс, играешь. На месте просто два репела сняла, блядь, и ега, блядь, два сняла, все, у меня нет. Эй, почему будем подраться? Я бы умер 100%. Клоу, ребята, блядь. Я могу байбэк. А нахуй ты умер? Что, байбэкаться? На! На! Минс! Вот и все, вау, блядь. Не вижу спектра. Ты дура, можешь продолжать хранить. Слали? Ну да, можно прочекать. Через минуту, Рош. Like a whisper. Третьим давайте. Найс хекс. Я в шоке. Yes. А да, с ними не выиграть, это просто, ну, морта слабенькая очень. Подбери тоже вот эту ебаную супермеку, блядь, Guardian Грифс. Что-то с мелкой сарканом бедит. Вертиденьки! Привет, Попеч. Как бизнесмен оцени бизнес, я рассылаю карамельные хую по заказу. Анонимно. Что скажешь? Лососни тунца точка рю. Your top tower is under attack. Найс, Криошан, походу. Криоши нету. Your top tower has fallen. Одно убить еще кого-нибудь. I am not ready. Don't blink or you'll miss me. Тут кто ты? Он ли Джекира, Джекира, быстрее, паста. Ага, пастом. Когда у врагов скорее всего тут вижен, она сейчас заебашит всех. А, да, это не выход, на самом деле, нас... Мы говне. Можно рожь убить. Мы в супер дерьме всю игру. Эти дауны вообще ничего не понимают, что происходит. Они из них игры все. Найс Рошан, пока не появляется. А, бля, какая конченая игра. Как обычно. Базилку продай. О, базилка. I'll slip through their guard. Moving quickly. I am not ready. Дарксир вообще ничего нету. Где ебаный РПЛ? Почему нету никогда РПЛа? Ай, блядь. Леон, подойди к нему, Леон, подойди, блядь. Sneaking. Кину кекс, кидай.
Верьте деньги! Привет, папа. Привет! Хочу поднять тебе боевой дух. Найс! Отпеваем. Работяги. Гейт. I'm back again. Can't you see that I'm back again? I'm here for you. I tell you, I'm here again. I'll be here for you. Please take me back. Back home again. Gate. Please hold me close. Like you, you student. Gate. Just me and you. Да закрой! I'm back. Дай репел! Ладно, пуш. Найс хил! Ладно. Сюда! Отойдем. Рэндж барак, блять! На! На! Дашкил, братишка. Не дам, не могу. Come back! Сука, я сын. Бабич, я ушел аккуратно. НАА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 А получил пизды, наверное. А может быть нет. А может быть да. Развернись, ебал, открой его. Хорош. Ты можешь заткнуться? Папич, соло гейминг. Бегу! Землекей кидаю. Хорош, папич. Просто электрик. ДД берем и убиваем, вообще будет. Кайф, блин, давай танкуй нас, отхилься. Сонстрайк экран. Это пидряк сразу, ладно, потанкуй ты. Давай, собьюльный хуй, ты прыгай на него. Все, хорош, папич, соло гейминг. Команда! My blade. It is not time yet. It's not time yet. Тихо, тихо. Surreptitiously. Ха! Slyly. The armor of omniscience. I'm but a shadow. Нам выбрать осталось. Поширок себе. Будет вообще заебись. Спасы за инфу! Не, НЗ, НЗ, братишка, НЗ. О, у меня вот тут хуесос бегает. У них долбоёб нет подвижена, сори. Нападаем! Пацаны, сори. Всё. Без прикрылки. Сори, 6к, пацаны долбоёбы. Просто так на меня ульту потратил. Куда ты, блядь? Где РПЛ? Где вообще все, блядь? Если честно, хуй знает, как инвокер мне может выжигать ману и все такое. Your top tower is under attack. Где РПЛ? Your top tower is under attack. Да что ж такое, блядь? Have some blade. Просто пиздец, посади на него. Your top tower. А, то есть нас выносят, а всем похуй. Блять, какой же вы мусор, парни, ну вот серьезно, ну посмотрите. Вы проебали казармы в фривин игре. ТП есть?
О, Тима, вы чё, ебанутый что ли? Какой же вы ебаный мусор все, блядь, я вас просто... Блядь, ты должен сделать, блядь, не мы точно. А, блядь, всё. Your bottom tower is under attack. Вы же не хотите выигрывать, ну вот, серьезно. То есть вы просто даете казармы, когда у вас преимущество вообще супер большое. Вы просто их отдаете по панчику. Как вы вообще получаете удовольствие от доты, я вот хуй знает. Вы же вообще, блядь, никто играть из вас не умеет. Они два ульта проебали, пошли. Он тайминг написал даже. Кто под пушку? Как выиграть? Я не знаю, у меня уже когда сколько? 15? Что я должен сделать? Просто казарма вынести. Почему бы и нет, блядь? Почему бы и нет, хули? Папич, давай, ты должен уничтожить всех ДД. Я проигрывал из КДА больше, чем сейчас. Я уверен, что я проиграю сейчас. Руну берешь или нет? Да. Возьми ботл, пожалуйста. Double damage. Ну вообще найс, проебали Аегис, проебали Тупраксы. ГГ. Не обратно по толпу. Там я еще и инвокер. Короче, еще тупрашки. Зевс, иди, деф и базу. Это чисто солян. Я уже там. Где репел, долбоёб? А, всё, пизду. Репел, ты скинет ДД, долбоёб. Тихо, занимай. Всё, всё. Мы убили Петру. Всё, всё, а Егис у тебя сейчас заканчивается. Всё, тихо. Всё. С каких пор РПЛ сбивает ДД? С каких пор, скажи мне, пожалуйста. Ты читаешь почнотцы? Не? А, всегда, ну ладно. Сбивает. Еще раз. Ой, блядь, это просто, я просто, блядь, я не хочу, блядь, сука, я не хочу на этой планете находиться. Ой, блядь. Почнотцы, они не читают даже. РПЛ пофикси, он уже не сбивает ДД. Это раньше сбивал ДД, а сейчас нет. Как мне выиграть эту игру, я не знаю просто. Я же говорю, пока ждем, пока нафамят 6 лотов. У них даже вышки все стоят везде. Мы даже не можем снести казармы на миде. Потому что сори, это невозможно. Да ладно, ты один в топе стоит. А угадай почему? Потому что вы бездарные уебища ничего не можете в игре? Потому что у вас пикуня. Да, Леон должен пушить с ручки. Посмотри, что вы пикнули. У вас в одной команде Амнинайт, Дарксир и Зевс. Герои, которые все пассивные, все не пушат, все нихуя не делают, все не... Вообще, просто вот. Расскажи мне, как спушить? Я один герой, который может бить здание. Все. И мне не позволят бить. Как нам только драки выигрывать? Никак, блядь, вы пикнули хуйню, вы вообще не заслуживаете победы. Вы пикнули хуйню и всю игру играли как долбоёбы. Я не знаю, почему вы должны выиграть. Если герой без стана, у нас бы очень нечего было контролить. Nice vision. Вау! Упали казармы на 42-й, блядь. Не выёбывайся, всё, харе, блядь, сука. Да просто я не понимаю, как вы получаете удовольствие от доты? Вам игры, такое ощущение, вам тащат игры, вы сами никогда не выигрываете. Я просто не знаю, как такие люди, как вы, могут выиграть. Вот именно... Бля, сказал, Папич.
Что сказал Папич? Ты что, дурак? Yes. Обоснуй давай. Ты уже на шестиках сколько сидишь на жопе, вот скажи. Ты что, долбоёб? Ты долбоёб или что вообще, мусор? Ты знаешь хоть кто я, блядь? В первой доте ладно, блядь, там на экране. Какой первой доте, долбоёбище? Я топ-3 ладдера был во второй доте, пока стримить не начал. Больше шестёрочки чё-то не лезет, блядь. Конченый я был топ-3, пока стримить не начал. Потому что такие долбоёбы, как ты, меня репортят по КД. Я играю постоянно с долбоёбами в итоге. Такими, как ты, опять. Почему эта игра до сих пор не закончена? У тебя в команде кэрри 19-2-13. Не, не, понимаю, ты скрытый тупица. Пул, но у меня, блядь, не скрытый пул, далеко. Какой нахуй, вы все четверо, вот, я не знаю, минимум трое из вас в скрытом пуле. Вот минимум, блядь, трое. Это точно. Просто вы такие отбитые дауны, я вот давно таких не видел. Чтоб с таким преимуществом нихуя не мочь. Топ деф надо, хватит. Просто преимущество уже пиздец, нихуя не могут. Найс пик. Я нападаю, я нападаю. Дальше. Цепляю. Чек, чек, чек. На! Найс. Идите куда-нибудь, меня отрываюсь, я спушу топ. Yes. Давай, на трава, кричи. Я убью бэкдором топ и прилечу. Like a wisp. Вот, вот, давайте бот. НАА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 А Вообще батя, просто батя. А давай разомнем её. Понял. Дай мне 16 тап. Не, Мартаблик, конечно, худший герой. В команде даунов нереально выигрывать, пиздец. Хорош. У меня нету БКБ, я... буду сплитить, потому что меня убьют, я уверен. Да-да-да-да-да-да. Oh, yes. Хорошо, на 2 минуты. Мы не можем пушить, мы герои такие. Мы истории. Просто повыёбываемся. Просто выёбываемся. Уходит. Я не хочу больше yes. выёбываться в этой игре. Хорошо. Опа. Ну, руна мне... я в ботл, я в ботл дам, возьми. Как это выиграть? Как я должен выиграть? Я не знаю, короче. Спасибо большое. Вот почему потеть в доту быть дауном, будучи мной. Вот я сейчас являюсь дауном, потому что я потею выиграть. А зачем это надо, нахуй? Это ж неинтересно. Как можно... Что надо сделать для победы? Вот что надо сделать для победы? Я хуй знает. Что надо сделать, еще чтобы выиграть? Просто хуй знает. Забирайте все, мне ничего не надо. Давай, 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 я заберу. Заберешь, готовы. Резерв доедет, нет. Ботл, заберите. Дай рапел, дай рапел. Найс рапел, найс реакция. Просто мусор. Просто... Просто пиздец. Я бы сейчас убил инвокера, но я застал нападать. И что? БКБ 5 секунд. Я не могу отдавать стрик, у меня стрик 1400 золота. Если я умру без байбека... Ребята, ребята, ребята. И никто ничего не сделал, все АФК. Он прямо убил перед вашим носом. Вся команда здесь, сори. 4 героя рядом, прошу заметить, 4. Никто ничего не сделал. Sneaky. Да, бля, я не знаю, дота просто противно. А, бля. Просто противно. Я не знаю, наверное, хекс соберу. Окей, его до сих пор нет. Прикольно. Наверное, он хекс соберет. Решил Зевс на 45. На 146. Алион без траволов. Или некра. Уёбищ. Чтобы папича одиноко не было. Что это, блядь? Thank you.
Но первый БКБ готов, можно отбежать. Я теряю. Вперед, оп, блядь, тема не падает. НАХУЙ! Давай, ты барак. Ха! Смог ты сейчас, ле? На третью пойдем. Да все, не сдались. Удачи, челики. Я бы ничего не говорил, но просто то, что вы voice chat несете, меня просто уже выбесило. Нет сил держать себя. Особенно, блядь. Ладно, хуй с вами. Я выиграл впервые за 10 игр последних. Прикольно. Прикольно, блядь. Пошли на базу. Мана. Что в шепот уже? НАХУЙ! Нет, ладно, пойду. Опасно! Могут убить! Look sharp. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Without remorse. Та-ра-ри-ра-ра-ра-ра. А, бля. Меня убили кто-то. А, найс, баланс. Герой бить не может. Инвокер свои скиллы заюзал, ебаные. А я могу драться, у меня БКБ нет. Я вдохну, если пойду драться. Пойду рапиру куплю вместо армлета. Не хотят играть, го играть дальше, блядь, че рапира будет. Рапира тайм! Давайте зарофлим, блядь, суки. Хотите драться? Давайте драться. О. На! 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 Следующий! Сейчас я тебя буду резать! Да, попадан! Да! На! Сука, блядь! 6600, откуда? Откуда, пацанов, ПТС? Откуда? А, блядь! Ебаный шок! Ебаный шок контент!
Не, ну а чё? Как я всегда и говорил, если КДА 20, то даже в скрытом пуле можно выиграть. Ну, только с таким КДА. 20 КДА или, сори, проиграл. Многие не понимают, но эта игра была, ну не знаю, если не последние 10 минут, то вот до последних 10 минут. По сути, один раз я умираю без байбека, враги идут заканчивать. Они просто идут заканчивать, я серьезно. Один раз умереть без байбека, да, ты просто один умрешь. Вся твоя команда, все, ничего не может. Они тупо вот пикнули героев, и они полностью на 100% на своего керри должны рассчитывать. А если бы не я играл, если бы я в тильте был, если бы играл бы не я, а любой другой игрок, как бы они это выиграли? Я хуй знаю, как бы они это выиграли. Самое забавное, там челики, я не знаю, просто они думают, что все охуенно делают, там саппорт, блядь, все охуенно. РПЛчик кидает, хилит, короче, охуенно играет, базара ноль, да-да-да. Нет. Они все играли ужасно. Союзники играли ужасно, противники тоже. Но инвокер еще более-менее играл. Хз. Мне понравилось, как я с арбалетом выжил, когда меня в соло хотел убить. Верьте, Дженки! Привет, папаня. Тебе не кажется, что ты слишком зацикливаешься на ошибках союзников и не замечаешь свои? Такими темпами скоро по уровню СВЧ догонишь Викурет. Свои больше, ошибки. Чем три. Ты очередной челик, который не понимает, что я большинство игр, последние полгода как минимум, я уже год играю в скрытом пуле, плюс мне хейтеры специально рунят игры. То есть хейтеры идут и фидят курьерами с собой специально, чтобы мне зарунить игру на стриме. Ты этого не замечаешь, да? Что, ты замечаешь мои ошибки, но не замечаешь, как мне специально рунят игры. Ты и все остальные, вы что, не в курсе, что я последние полгода... Я почти каждую игру играю или в тильте, или мне рунят, или... Ну, или тильт в скрытом пуле, или мне просто рунят. Ошибки? Когда ты в скрытом пуле играешь, в тильте, или когда тебе рунят игру специально, чтобы на стриме типа поропить. Ошибки? Моя единственная ошибка, знаешь в чем? Сейчас я покажу свою ошибку. Рабочий стол. Вот моя ошибка, смотри. Dota 2 running. Delayed local content. Вот то, что я не нажимаю эту кнопку, это моя ошибка. Вот моя одна единственная ошибка. Больше ошибок, кроме этого, нету с тех пор, как я стал стримером. Понимаешь, что быть игроком и стримером — это совершенно разные вещи. Некоторые могут одновременно играть и стримить, я не могу. Я не могу, у меня не получается, это невозможно. Мне челики рунят игры специально, я покидаю в скрытом пуле играю. Ладно, я обычно не хочу доту играть. Я пойду в патл к Сайлу, обучайте. Я выиграл первую игру за последние 10 игр. Не хочу больше играть, хз. Пойду... Не, я больше не хочу. Уже нет настроения играть после этой игры. Так, я сделал пока перерыв на рекламу. И пойду в поешку. Сорянова. Пойду лучше в поешку поиграю. Да похуй на количество зрителей, бля. Пусть с ними со зрителями. Мой стрим не зависит от количества зрителей. Ну, рекламу, то, что я нажму на 2 минуты, это от количества зрителей зависит. Базара ноль. А все остальное не зависит. То, что у меня 20 тысяч зрителей, это не значит, что я буду стримить до конца, блядь, не знаю, пока не сдохну. Мне, блядь, ну, не могу много играть в эту хуйню. Просто ебаная хуйня. Пойду по Токсайлу отдохну. Этой хуйни. Да за серьезно, каждую игру нужно играть КДА 20. Или у тебя КДА 20, или ты проиграл, да и то. Как известно, я проигрывал с КДА, насколько я помню, 40 или что. На Варискинге было 24-1-16. Пойду чай сделаю, буду хавать этот арахис в шоколаде с чаем. Такие дела.
Так, я ленул с доты. Сейчас приду, короче. Скоро. Ладно. Значит, я не прав. Я думал, был патч, в котором они пофиксили то, что Repel сбивает double damage. Потому что Repel... Значит, они пофиксили то, что... Ну... Раньше Repel сбивал все. То есть, допустим, на тебе Bloodlust, что угодно. Repel сбивал всю хуйню. Теперь он, по крайней мере, не сбивает позитивные бафы. Но я думал, double damage тоже. Включим в эти позитивные бафы. Значит, я не прав. Ну просто я реально думал, что есть патч. Ну короче, это единственное получается, с чем я был неправ из всего того, что я сказал во время игры против челиков. Там было миллиард ошибок. Начиная с ланинг стейджа, там просто миллиард ошибок было от всех челиков. Так, сейчас я приду, я сделаю чай.
Сори, что так долго, сейчас я чекну донаты, если пропустил что-то. Или не пропустил. Короче, сори, что так долго. Забыл игру сменить. Пропустил что-то или нет? Не, ничего не пропустил. Додай до друзей. Я добавлю после игры. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. После игры добавлю. Все будет. Так, че, я ничего не пропустил, все правильно, да? Нет, да, бывает, лагает. Хорошо, ладно. Да нету доты, все, сыграл в доту. Не могу я, блядь, больше играть, меня морально выматывает. Блядь, вот те, кто смотрит мой стрим, не знаю, там изредка, не часто, вот вы представьте, представьте, что вы играли год подряд, вот, ну, с челиками в команде, которые, ну, вот, по уровню игры, ну, не знаю, ну, в сотни раз вас хуже, и при этом у них еще и куча ПТС почему-то, ну, просто ебаный шок. И вот это год подряд нужно играть, комментировать, как бы, я не знаю... Я захожу играть, у меня есть настроение играть, как бы, понимаете, если бы у меня не было настроения, не было желания, я бы вообще не заходил. Но у меня есть оно. Я захожу, я хочу играть. Но потом во время игры я понимаю, что нет, я не хочу играть. В большинстве случаев. You know. Психология полностью меняется. I once heard Akadui mention their Island of the Dead. Perhaps this is it. Открою вам секрет. У человека не может быть психологии победителя. То есть у меня вот по жизни психология победителя везде, за что бы я ни брался. Но конкретно в Доте это уже исключение, потому что не может быть психологии победителя, если ты изначально в неравных, несправедливых условиях. Особенно учитывая, что я человек с обостренным чувством справедливости. У меня не может быть психологии победителя в Доте. Это невозможно. Я в неравных условиях изначально. Вот игра начинается, и я осознаю, скорее всего, у меня команда хуже. А очень часто я по пику вижу. Просто вижу по пику, что у меня команда хуже. По пику все видно. Где хотят играть, где хотят выигрывать, а где пикают на поражение. И ведь реально так, реально большинство игр у меня пик тупо говно ебаное. Даже когда я сам пикаю говно героев, это ничего не решает. У меня все равно пик говно ебаное, даже независимо кого бы я ни пикнул. Вы же, блять, это сами знаете. Ебаный шок. Ясно. Я забыл включить логаут, чуть не сдох. Ебаный шок, сука! Сейчас еще сдохнуть бы, блядь, не хватало! Сука! Блядь! Ебаный шок! Что происходит? Почему первая же ебаная коробка заморозила меня? Сука! Блядь! Первая же ебаная коробка Freeze плюс Exile. Просто, блять, 90. О май fucking fuck. Это не Daenerys, нет. Я не являюсь там каким-то суперфанатом Daenerys, нет. Просто пиз... Кстати, лаги начали, заметьте. Даже в поеху не поиграть. Но теперь буду поеху подрубать днем. То есть, когда лагов нету таких. Как я сегодня подрубал поешку. Сейчас, наверное, не знаю.
Я, скорее всего, даже не буду проходить этот акт. Так, это надо пропускать. Если будут такие лаги, то он... Я молокаю, наверное, не подубивать. Не, ну лабиринт может... Может лабиринт сходить? Короче, хз. Смысл лабиринт идти так рано, когда нету мувспида бонусного. Надо тогда фласку скрафтить на бонусный мувспид. Какого у меня item level сильвер? Item level 6. То есть в теории бонус мувспид может быть. А ты что, сам не видишь, что она дает? Но это слишком вопрос. 6 сокетов она дает. 6 линкет сокетов. В который можно вставить любые камни. Каждый сокет можно вставить любой камень, потому что каждый сокет белый. Вирки Дженки! Привет, папаня из Соливарин из рода папанистеров, у меня к тебе вопрос. Привет. Что лучше использовать для билда через циклон сердца Каомы или брюхо зверя? Брюхо зверя хуйня. Belly of the Beast. Сердце Каома лучше, даже не Легаси, по-моему, если не ошибаюсь. Даже. Да, даже не Легаси лучше. А вообще лучше использовать Light Coil. Ну если, конечно, у тебя нету Легаси Каома. Легаси Каома похвастаться могут немногие. Я сегодня уже говорил. В плане пиздатости сначала идет Легаси Каом. Легаси. Потом Light Coil. Любой, Легаси или не Легаси. Потом, собственно, скорее всего, Каом, обычный. Но не факт, далеко не факт. Обычный Каом, он не особо сильный. Но обычный Каом, он явно лучше Belly of the Beast. Если, конечно, хватает сокетов. Потому что если не хватает сокетов, то тогда понятно, само собой. Что никак. Ну да, вот пинг уже все. Вечером играть невозможно в поешку. Я уже сказал, блять. Только что сказал. А, с задержкой же стримлю. Ты не можешь подождать? Калисто. На Милане не лагает. У меня вечером всегда лагает. На любом сервере. И это не проблема моего интернета, я уверен. Потому что дота у меня вечером не лагает. И стрим тоже. Так что это проблема поешки. Калисто, персонаж из сериала Xena Warrior Princess. Это мой любимый персонаж вообще ever. В кинематографе. Да просто, блять, что это, сука, с прокаста выносят? Мать ебал. Просто с прокаста нахуй ебало оторвали. А хп хватает, 1500 для нормала. На молока и хватает, поверь. Я точно знаю, проверял. Не раз. Вот здесь могу трипнуть, могли. В смысле, я уже пробежал эти опасные точки. Где эти ебаные мобы супер жесткие. Жесть. Сначала коробка, потом то, потом это.
Защиты нету, есть резисты. Резисты максимальные. Брони нет нихуя. Это что было раси. Уебище. Just be happy that you got a warrior's death, Calm. Сын дерьма ебаного. Блять, нормал всегда сложнее всего проходить. Круэл и Мерсилес всегда легче. Yes? Yes, yes, yes. See ya. See ya. Сия, блядь, Саша Яша. Тек. Сия. Да, огненная поебень самая нелюбимая локация. Самая уебищная. Девять к для Мерсилеса. Смотря на чем. Обычно нет. Какой у меня винчестер? Не знаю. Чем собираюсь играть? Клифф? Нет. Циклон. Циклон без крита. Бомжебилд. Для бомжа. Ресурсов нету особо. И ресурсы проебаны на ласт героя. Экзалтов 100-110. Проебано было. Подарили. Как иначе? Не, торговца я не толкнул. Black Zord был продавать. Чёрпишь? Я не съезжал от родителей. Это они съехали от меня. Я что, дурак, блядь, съезжать от родителей? Вот это съехать от родителей, это вообще... Многие малолетки об этом так беспокоятся. Типа, это круто. Жить одному это, да? Жить одному, конечно, лучше. Безусловно. Если ты более-менее самостоятельный человек, взрослый, да? Жить, конечно, одному лучше, но... Вот когда... То есть многие не задумываются. Они думают, что жить... Лучше, не знаю, в какой-то, блядь, съемной квартире, обосранной, чем, блядь, дома, в чистоте, там, и т.д., когда, как бы, все есть, комфорт. Yeah.
как бы, я никогда не собирался никуда съезжать. Просто сейчас я не живу с родителями, ну, уже давно. Довольно-таки давно. Скажу, сколько уже времени, но, ну, очень давно. Типа, подумай сам. Я никогда в жизни не работал и не собираюсь никогда работать. Что значит, как я вообще могу съехать? Куда я могу съехать? Я что, должен заработать себе на квартиру или что, блядь? Откуда? Это как вообще возможно? Мне хуже, что мне делать? Работать, блядь, еще? No, thank you. No, thank you. My spirit is spent. Welcome to the Grand Arena of Theopolis. It is here. Напиши в гугле, пиздец. Как я могу лучше подсказать, чем гугл? Так, сам подумай. Что пояснить? Что пояснить? За хайдауты мастеров, что пояснить? Что пояснить? Бычишь на меня, бык. Что мне надо рез лучше? У меня урон 33%, броня 25% воевая. Ладно, возьму еще такое вода. Найс лаги! GG, блядь! Я никогда не работал, еще раз говорю. До примерно 18-19 лет. А меня, ну... До 18 это, где-то до 18 все-таки. Ну, anyway, до 19, даже до 20, там, время от времени помогали. То есть, до 18 лет, типа, родители давали деньги в основном. Потом, практически... Все, то есть, через Control. Ты что, не можешь все кнопки поражать рандомно и проверить? То есть, с 18 лет уже почти все деньги я сам стал получать. В основном это было покер и казино. Потом где-то в 21 год или когда, или в 22, я уже не помню. В 22 или 21? По-моему, в 22. Или в 21, не помню, короче. Мне родители уже, собственно, не давали денег вообще. Уже на то время. И, собственно, я начал трейдить в дотке еще тогда. Собственно... Трейдил. Поначалу было совсем мало.
Потом мне стало вполне так, ну, вообще, приемлемо, как для меня. Хватало на все. Это было $500 в месяц. Это было, не знаю, где-то отрядил за $500 в месяц, где-то месяцев 7 или 8. Потом я подзабил на трейд, где-то еще полгода или месяцев 7. Там, не знаю, у меня было долларов 300 в месяц стабильно с трейда. На сайте я там еще часто трейдил dota2market.ru. Помню. Нет, не заебывает. Не норм. Ну а после трейда уже, собственно, стримить начал. Ну опять же, я никогда не планировал работать, и стримом я зарабатывать не планировал тоже. Спасибо, Доресу. Рипни меня давай, блядь. Да, нужна броня. Что-то сильно ебашит. Yes. See ya. Ой, блядь. Шок. Он просто срезал 1к плюс хп. На изичах. Для него это было изи. На доресочах. Баны уебище. Сын дерьма ебаного на Дереса. Потому что у меня есть Power Chairs Mark. Нахуя юзать Blood Rage? Нахуя? Если есть Power Chairs Mark. Blood Rage очень, блядь, спорный скилл. Надо по-другому драться. Я ошибку допустил. Надо не стоять на месте, надо двигаться пока. Самому? На квартиру? Каким видом деятельности? Ха-ха-ха! Накартить! Не, ну серьезно. Ну, каким-то легальным практически невозможно. Только на лакищах. Ну, я так думаю. Так, Дереса, попроще будь. Тихо, 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 тихо. Да иди нахуй, Дереса, блядь, уёбище ебаное. Найс лаги, вовремя. Your glory will be remembered in song forever. Нахуя мне учиться, нахуя мне работать? I promise you that. Чему мне учиться, блядь? Что значит учиться? Вот это вот слово учиться, чему я должен учиться? Чего мне в жизни не хватает, чему я должен научиться? Учиться чему? Работать? Нахуя мне работать? Скажи мне, нахуя вообще человеку работать? Какому-то, ну, с адекватной психикой. Can we be of help? Нахуя работать вообще надо? Нужно отдыхать. Bye. Нахуя работать? Я не знаю, если ты не трудоголик, то есть если у тебя нет отклонений в психике, нахуя тебе работать? Что? Да, это хуёво, это не легаси. Или что это вообще? Это хуйня, короче. Не знаю, к чему это скинуть. Сложно. Верки деньги! Здорово. Собираешься ли ты продолжать свой род, жениться? Или всю жизнь будешь катать в доту? Где взаимосвязь между катанием в доту и тем, что сказал? Вообще, продолжать свой род, так сказать, в кавычках. Ты имеешь в виду детей? Дети нет.
Сразу нет. I'm excited. The beast itself. Прикольно, конечно, с флагами. Сейчас бы с флагами поплей. Сколько урона? На нормале, хотел бы встречи. Эти взрывы, короче, трупов на Мерси просто уничтожают. Просто очень опасная тема. И вот жуки, которые трупов поднимают и взрывают, это просто пиздец как опасно. Рекомендую за этим следить всем, потому что это супер опасная тема. На 38 уже, кстати. Кик. На 40-м, наверное, пойду в лабиринт. На 40-м. Кольцо 1 на хп. Плюс на 40-м будет прокачано вот это и вот это одновременно. Блядь, я релок нажал случайно. ГГ. На дауничах. Yes? То есть, не релок, а... Ну, понял. Until next time. Потому что, ну, колом имбалансный. Прям сильно балансный. 750 тоже норм. Если бы лайкоил сделали 20%, я не знаю, я не уверен, что его бы юзали. Учитывая, что он отнимает 60% резистов. Может быть, юзали тоже, anyway. 20% лайкоил было бы очень мало. Да. Теперь я чемпион. Я буду чемпион с минус 35%, собственно. Ну, с 35% фортифаем. Дефолтный фортифай 20%, а у меня чемпион будет с 35%. Это мой билд, блять, против айсновы. А что еще? Да что ты гонишь? Первая строчка в гугле. Если ты не можешь найти первую строчку в гугле, то это уже твои проблемы. Сейчас бы полагать,
хорошо. Я, наверное, говорю про этих жуков. Я же про них и говорил, которые воскрешают. Ну я открываю похуй, я не боюсь. Ясно. Надо опять его на всякий случай. Заебали эти замороженные сундуки. Сколько можно меня замораживать? Сколько, блять, можно меня замораживать? Какая-то просто пиздец. Сколько можно меня морозить? Почему я открываю сундук, и он меня замораживает сразу? Что за хуйня? Все сундуки меня замораживают. То айс новый, то заморозки. Других сундуков нету в этой жизни. Бля, что это за вопрос? Как я считаю, ставки на спорт это прибыльно. Наверное, зависит от того, шаришь ты или нет. Не? Все может быть прибыльно. Что угодно. Что угодно, абсолютно что угодно может быть прибыльно. Если ты понимаешь, что ты делаешь. Если ты не понимаешь нихуя, что ты делаешь, то все что угодно может быть убыточно. Абсолютно все. Это просто пиздец вопросы, парни. Сколько вам лет? Да, мне эти вопросы по автохаткей это уже начинают бесить. Я не могу помочь ничем челикам, у которых бан в гугле. Это все. Бан в гугле это все. Это ГГ. Да, ну. Это ГГ просто. Бля, отвечал уже 10 тысяч раз сегодня. Ай снова от сундука. 5200 хп, а видоса нет. Ваншот. Просто ваншот. Ай снова. И GG. GG ВП мы проебали. Ва! Exile, конечно же. Вельки деньги! Попечь, только зашел на стрим, ты тем персом репнулся, что ли? Или да. У меня проблемы с восприятием реальности? Репнулся, проверяй! Вельки деньги! Что значит дети нет? Ты же не Леорик, блядь. Однажды ласты задвинешь. А кого будут смотреть на Твиче наши дети? Мне похуй. Дети наших детей. А мне похуй. Сын Альта Ода что ли? А? 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 Ааа, шлюха, не убивай, блядь. Блядина. Да двигайся, блядь, уёбище! Хочешь драться? Давай драться. Тихо, шлюха. Блять. I knew I could rely on you. That's twice now. Easy для папизи. Идем Малахая, короче, мне похуй. Я справлюсь. Что там справляться, блять, это easy, даже с лагами. Нужно только фласки купить получше. На всякий случай.
This thing gets more twisted with every step I take. Да ладно. Что, что? То, что я уникальный, не такой, как все, а остальные, ну, слишком одинаковые. То есть, а. Другие, они слишком одинаковые. Похожи между собой. А я не похож ни на кого. Уже само это, как бы, ну, влияет очень сильно. На то, каким-то человеком вырастешь и тогда. Ну, шаврон вообще изи. Шаврон самая изи всегда. Flattery will get you nowhere with me, my lady. Малигарок, кстати, на Мерсе, то есть, ну не на Мерсе, а вообще. О. Короче, Малигара один из самых опасных. На карте, Кор и на Мерсе. Кстати, вот бомбочки. Короче, последняя карта, Кор, которая, ну, Т-15. Там вообще пиздец. An artist's work is always worth more when he's dead. Не, не надо, спасибо. Ее воскресил Малакай. Ее Малакай воскресил, а, так же самое, как, собственно, Дореса и Каома. Типа, Малакай — это главный босс, это он создал кошмар. Так сказать. Ну, так и называется, кошмар. Там всякие челики, ну, типа, он всех подряд может воскрешать, там, и они будут кем угодно. То есть, все зависит только от его восприятия реальности, буквально. То есть, вот как он видит реальность, как он представляет, так оно и будет. Хотя Дореса вроде, ну, там по истории, я не помню, когда умирал он или не умирал, я забыл. То же самое, как кого. Потому что принципиально не юзаю, это для слабых. Иногда юзаю. Иногда, когда я в закрытом помещении. А иначе для слабых. Я могу логаут сделать, не помню. Не, серьезно, то юзаю. Просто не всегда. Да что так сильно, зачем так рисковать? Блядище дурная. I didn't catch a word of what you said, Doedric.
That's probably a good thing. Probably not. Я хотел бы услышать, что она говорит. В идеале, конечно, было бы добить 40-й левел, но... Я не ищу легких путей. Конкретно сейчас. Да, 1800 хп хватит с головой. Не знаю, молока я только ваншотнуть может. Если подставиться, все остальное это хуйня. Главное первую стадию пережить. А дальше изи. Потому что только первая стадия сложная, если что. Типа, первая стадия, когда надо драться одновременно с Пайти и с Малакаем, вот она сложная. Представьте, что еще в первой стадии Пайти лазером хуярила, было бы вообще пиздец. Есть ли у тебя нет? Планы на жизнь? Если да, то какие? Если нет, то почему? Привет, да, уничам из чата Капаприди. $1000 или 1500 экзалтов? А хуй знает. Подожди, а сколько стоит один экзалт? Так один экзалт стоит... Подожди, да, посчитать. В принципе, так это в принципе почти одно и то же. Я бы взял половину, 50 на 50, то есть $500 и 750 экзалтов. Через клифф мой last build, ну, собственно, Assassin's Mark, то есть проклятие на ауру, и Hatred, то есть ненависть. Там был какой-то вопрос, я его забыл уже. Я успел забыть. Джи-джи. Какие у меня планы на жизнь? Проблема в том, что я не строю планы даже на следующую неделю, понимаешь? Я живу текущим днем. И как бы новый день — новая жизнь. Я уже повторял очень много раз. Каждый новый день — это новая жизнь. Я живу текущим днем. Вообще-то лига на самом деле полная хуйня. Ну я не играю в лиги, но эта лига конкретно полная вообще хуйня. Потому что шмотки все... Сейчас все обесценится, кроме легаси шмоток. То есть только легаси шмотки будут дорогие. Все остальное это хуйня получается. Чем эта лига хорошая? Тем, что все обесценится? Интересная логика. What a pleasure to finally meet you, duelist. You and I will create the most beautiful... Ты понимаешь, что хардкор это реальная жизнь? Алло. Ты хочешь сказать, что в реальной жизни есть зашквар какой-то, чтобы спастись? Зашкваров нету, чтобы спастись. На, Оксайо, блядь! Иди нахуй! Kill me! Блядь. Вот это вот самая опасная стадия. Вот она вот реально больно бьет, сука. На, Оксайо, блядь! Die and be reborn. Зачем так рисковать? Embrace the future. Так иди нахуй! Все, дальше изи. Это единственная опасная стадия на нормале, да и то. Как бы на Круэле, кстати, молока тоже может быть сложным, если ты в табуло расе. Да гоблик, мне похуй, похуй. Тут уже изи. Understand what it means to be nightmare. Accept the gift of immortality. А где его сердце, я забыл? А, вот же, блядь. Меньше лагов, плиз! Ванные лаги, идите нахуй. Gift
Это песня, скорее. Да все изи. Вторая часть файта всегда изи. Иди нахуй! Папаня, а ты понимаешь, что у тебя Лау убил при отправлении в нормалу помойку? Это вопрос не скилла или удачи, а просто времени. Часики тихо. Умри! На! Черная дыра, блядь, схлопнулся, сука. Че там было? Оскорбление или нет? Ты понимаешь, что у тебя лох ХП билд и отправление на норму помойку? Это вопрос не скилла или удачи, а просто времени. Часики тик-тик-тик. У меня не прям лоу ХП. Вот у меня... А, я уже закрыл. Короче, у меня не прям лоу ХП, на самом деле. У меня около 200%, то есть у меня почти 200%, и при этом у меня Fortify 35% будет. Ну, это будет, ну... Ну, не прям супер лоу ХП, это не прям лоу ХП, и когда Fortify 35%. The beast is dead. С Fortify 35% должно быть нормально. There's no arena, no trouble. Good luck. Чем можно сходить в лабиринт, блядь? С лагами даже, если честно. Что мне надо, я забыл. А, мне надо интересный ареал эффект. А тут? Тут ничего. Да, в принципе, схожу в лабиринт еще. Схожу в лабиринт и оффну стрим. Только надо бутылки купить. Вот в лабиринте надо будет коробки осторожно открывать, потому что логаут делать нельзя. Иначе заново. I do love the stink of victory. И даже не успеем мечи вынуть. Так, ну чё, погнали в лабиринт. Не знаю, это... Учитывая, что я уже опытный лабиринтщик, это займет, не знаю, минут 20-15. По идее. По идее. Now... Хотя, наверное, больше. У меня же спидов нету никаких особо. Да, так что больше. Fine work with Hillock. Можно, в принципе, дойти до леджа. Да, я, наверное, дойду до леджа, потом пойду в лабиринт. Я пойду до леджа, дойду. Хотя... Короче, сейчас посмотрим, если по фасту пойдет, то... Пойду к леджу схожу. Так, что мне вообще надо? Вообще, мне, конечно, в идеале... В идеале. Мне бы этот, как его... Enduring Cry? В идеале. Где Enduring Cry какой-то quality ловушку я мог купить? Вот, 4 хаоса. А, уже офлайн. Ну вот. Офлайн, блять, офлайн. Нахуй мне показывать еще офлайн челиков. Что за говно? Алло! Четыре хаоса за 11%.
What little help I can offer is yours. Ну вот, так от фласки пойдет. Надо от разморозки взять фласку одну хотя бы. Greetings. Размораживаться, блин. Кровотечение пойдет. Вот и разморозка. А тут нам надо спиды. Charge recovery и please speed. Нет. О, спиды. И charge recovery. Что-то по фасту повезло. Было easy, easy для попизи. Да, думаю, пойду до леджа, а дальше уже по настроению. Если будет настроение лабиринт, то пойду и лабиринт. Если нет, то нет. Сейчас посмотрим. Not the most pleasant of arenas. 51, 53, 54 реза. Нормально. До первого акта хватит. Где еще один монстр? Что это? Нахуй так далеко убивать? Кайф лаги. Охуенно просто, кайфую. Вельки Дженки! Папазила, как думаешь, сколько еще лет будешь играть в датку и стримить? И чем будешь заниматься после? Минус 100, проверяй. Не знаю, сколько лет я буду стримить доту, блять. Я не уверен, что вообще будет в годах исчисляться. В доту я буду играть, не знаю, долго. До тех пор, пока я буду лучшим игроком в доту. Как минимум до тех пор. Может стримить, хз. Потому что когда я стримлю, я не могу быть лучшим. Ну, в смысле, вообще, когда я публично играю. Мне никто не позволит. Хейтеры слишком завистливые, долбоёбычи. Если брать анонимную игру в доту, то я уверен, что я буду играть до тех пор, пока я буду лучшим. Это если брать анонимную игру. То есть ты об этом знать не будешь, anyway. А то она и анонимная.
Поя не сдохнет. Нет, молока из ануса вылазит во второй фазе. Это безопасная, наоборот, фаза. Когда он бьет с руки, вот, он ниоткуда не вылазит. Он сразу замахивается в первой фазе. То есть в первой фазе он замахивается, а во второй фазе он не замахивается. Во второй фазе он, собственно, вылазит из ануса. Как ты сказал. И это уже безопасно. А где этот? Я пропустил? Нет, по-моему. Как Морф угадывал, что я стримлю, без ошибок угадывал уже. Пиздец. А рофлы. Кек. Это шмотка, которая была сильной, а ее порезали. Но старая версия осталась. Это называется Legacy. Что-то продамажит меня. Чисто на китч. Купить за донат, иначе никак. Зомби такие, зомби из скрытого пула, блять. Я сказал, до ладжа добегу, а потом подумаю. Тупик. Так, это квест, потом ледж уже будет сразу. И вейпоинт там будет фастом. Все-таки можно в лабиринт попробовать еще. Сингл таргет 5200, АОЕ 300. Это мало. Я скоро уже оружие буду брать новое. На 44. Это 5 линк, anyway, это не 6 линк. Ну, с чаржами больше, когда
Три Frenzy Charge там больше. Вот, с тремя будет 6200 и 3800. Блять. Мне квест нужна, не эта хуйня. Всегда мечтал забежать в еще один тупик. Просто кайф. Обожаю тупики. Забежал такой в тупик и, блядь, тупишь там. Что за хуйня? Куда я вообще? О, вот это лаг, блядь. Сейчас бы на Изара так лохнуло, прикиньте. Было бы кайф. Это лаг, эпик. Зачем так рисковать, как говорится? Где этот ебаный краб? Так, все надо, лабиринт уже, наверное, все-таки еще. До 92-го. Верки Дженки! И рипнулся в лаге. Просто лаг. Попечь. Смотрю тебя с ламповых времен, когда ты стремил на Авнеди, да то лишь себе голыной соломит и всех ебал. Ну или ВК через масс нули. Тебя смотрело 50-70 человек тогда и не было всяких дефрейли и работяг. Эх, ностальгия, мифагичам не понять. Ну, лично я не ностальгирую. Стримы на самом деле были хуёвые, на Овнаде ещё. Я даже не помню прям хороших стримов на Овнаде. Ну, буквально несколько, не знаю, несколько игр на Ксине были реально хорошие, несколько. Когда я с рапирами фонтан осаждал, все такое. Там игра какая-то, помню, была против Феникса, который плакал. Ну, короче, было несколько хороших стримов на Ксине во времена Овнада. Не более. Ну, легаси дорогой. Если у тебя легаси, я не знаю, ты можешь скрываться. Если не легаси, то, в принципе, он недорогой. Обычно этот койл стоит 3 экзалта, а легаси стоит 20 экзалтов. Ну, хороший 20. Обычный 15. So. I've traveled inland on the Emperor's Road by the Prisoner's Gate. Че качнуть? Хотят купить у меня старый Абисус, подпорченный, которого крит-ролла нету нихуя толком. Потому что патча запорол крит. Так это был
очень хороший Абисус, потому что 40%. Но крит теперь варьируется от 150 до 225, а тут 117. Зашкваренный Абисус. Побачення. Йдем в лабіринт. Лабіринт. Да, на самом деле мне лабиринт ничего не даст. Потому что надо пройти два лабиринта, чтобы был какой-то профит. Ну, конкретно для класса чемпион. You stand before the gates of the Lord's labyrinth. Within these walls, the Lady Goddess is watching. Хотя, может, я возьму кое-что другое. То есть. Я могу взять на ДПС скилл, а потом перекачать. Тогда, в принципе, имеет смысл в лабиринт сходить сейчас. Но я рассчитываю на изи лабиринт. Я просто буду бежать куда надо и пропускать то, что не надо. Главное нормально подраться первые два файта с Изара, чтобы не было усложнений. Ну и главное, чтобы не было лагов. Фиг. Легаси продают только на перма ХК. Зачем мне это надо? Меня все устраивает. Always show sockets. А так что у нас? Север Кей. Значит, мне не сюда. Мне нужна другая комната. Флаги на 2 секунды, это просто пиздец. Какой шанс на рип? Большой. Ясно. Я не знаю, инцинерейт, я не знаю вообще.
Так, это что у нас за локация? Это куда надо, правильно? А тоже Silver Key? А, ну в принципе сюда правильнее. Прохода есть дальше, хз. Или хз, короче. Оооо, сегодня походу тяжелый лабиринт. Ебать. Найс, шипы. Бля, вот сегодня будет тяжело. Бля. Вторые или сложно? Ебать! Так это рыли сложно? Что-то я боюсь. Пиздец! Бля, как без Warring Blades это проходить? Шок. Еще лаги ебаные это. Лол, я сейчас рипнусь. Что-то, блядь, сложно. Да чекни Википедию, там есть уникальные рапиры, хорошие. Сам увидишь какие. Я забыл название. Читус Нидл вроде. Читус Нидл вроде называется. Премиум сташтеп. Нужно премиум сташтебы. Куда же мне идти надо, пиздец? Что первая стадия лабиринта тяжелая пока. Нихуй знает, куда идти. О, вроде куда надо. Надеюсь. Или нет. По-моему, не туда. Шок. Блядь. Не туда. А, бля. А тут у нас что? Ну, там куча ловушек, блядь. Да. Найс, ловушки. Бать! Сколько их тут? Да ебаный шок, ну просто пиздец. Вот какой-то выход куда-то. Так я вообще не туда иду. Нахуй мне Silver Chest? Мне поебать на него. Key, a... Как сделать, чтобы экран не становился серым? Что за херня? Наконец-то первый файт. Ужас. Что-то намного дольше, чем я рассчитывал. Не, ну без Wireling Blades тяжело очень. The weary traveler draws close to the end of the path. It is the sovereign who empowers the scepter, not the other way round. Что это у тебя там сейчас будет? Choose your path.
Но он не дамаж, на самом деле. На, проверить, у меня нету других. О, вот вылез он. Лол, оно уехало! GG. Бля. Это вот плохо. Плохо, парни. Плохо. Вот это вот плохо. Так, ну это единственный проход. Уже радует. На лаву надо идти. У каждого героя по три, кроме Сцеонки. У Сцеонки один. Найс. Найс. Просто найс. Шок. Как же хорошо тут иметь почерк марк, чтобы фласки быстро восполнить. Блять. Еще один проход куда-то. Тут два прохода. Но следующий уже точно, если найду правильно, это будет аспирант Райл. То есть второй файт. Бля, ну сложно, сука. Блять, как же сложно, сука. Почему она закрыта? Стоп. Да почему она дамажит? Да как она может дамажить? Я же... Да все, мне пизда, я проебал все бутылки. Куда подсобраться, блять? Вот тут очень сложно, у меня одна бутылка. Ой, великие силы.
Фух, прошел, у меня бутылок не было. Без Warning Blades? Как же тяжело. С ебаным прыжком ничего не добьешься. Ура! Второй файт! Так, две трети пройдено. Уже хорошо. When the time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. Temporal chains for never. Лол! Бля! Твою мать! Это GG. Я даун. Я тупой даун. Slowness lends strength to one's enemies. Бля! Это пизда. Два проклятия. Да я дал, это GG. Я дал, хули. Such resilience. Они уезжают на следующий файт или что? О, я даун или я даун? Походу я даун. Это пиздец, короче, я даун. Забейте, я даун. Я пошел рипаться сейчас в next fight, потому что походу я даун. Всем, что сложно, сложно, короче. Ну, я даун плюс сложно. Ну, само собой, плюс я даун. Все, это пиздец. Я третий раз не пройду, там будут ловушки просто еще. У меня рипнет, я уверен. Пиздец, шок. Бать, это даун. GG. Какое время проебался? Найс тупик. Какая-то польза от прыжка. Охуенно, конечно, в тупики заходить. Можно еще больше ловушек, можно, блядь, умереть, плиз. Мне этого так не хватает, просто рипнуться, блядь. Блять, больше ловушек, умоляю. Нужно еще больше ловушек. Ведь мало ловушек наставлено, нужно еще больше ловушек. Сука.
Можно еще ловушек, плиз? Можно еще ловушек, плиз, плиз, плиз? Еще лагов, пожалуйста, добавок. Ловушек мало, нужны еще лаги. Нужны ловушки, лаги и желательно рип. Бля, проход какой-то еще. Шок. Что-то тяжелый сегодня лабиринт. Плюс я на дауне еще хибош. Ну, last fight. Ну, я вам сразу говорю, я last fight не выиграю. Я или рипнусь, или нажму логаут. Одно из двух. Я last fight не выиграю. Слишком сложно. An aspirant can afford to be promising. An emperor must keep the... Я сейчас зайду туда, я охуею, сколько там всего будет. The guide led the warrior down a path. О, великие силы, wow. Еба! Раз, два, три. Раз, два. Го рипаться! Блять, шипы и пилы! Это пизда. A throne is the most devious trap of them all. Парни, я рипаюсь, все. Ну я готов лагал. Honor your name. Тихо, это не коцы, это не домашние, это нормально. Изи! Что-то они его порезали сильно на нормале. Даже выиграл со всей хуйней. Пиздец он изи. Ебучий негр. Максимально изи на самом деле. И они его слишком порезали на нормале. Вау. У меня нету перчаток хороших. А, ну ладно. На самом деле, похуй. Эта хуйня только мешает. Да не, лабиринт слишком изи, его порезали на нормале. Именно на нормале он очень изи. Так, если возьму вот это вот, то это useless, потому что Fortify у меня нету. Но с другой стороны, я могу ставить Fortify сейчас в sweep. Лучше, наверное, взять пока DPS, вот это вот, 10% movement speed и increase damage, а потом я перекачаюсь. Когда у меня будет 4 скилла, я возьму вот это вот. С Fortify уже сразу. Да, я возьму 10 спида и... 35 дэмэджа. Это хуже. Тут 10 спида, 35 дэмэджа, а тут просто 40 дэмэджа. Вирки-дженки! Хотя... Виталя, хотел бы еще узнать, в какой момент становится доступен сэп-класс и как его получить. Или там нужен просто определенный... Ну вот, я только что увидел. Ответ на твой вопрос только что был. Когда проходишь лабиринт? Когда проходишь лабиринт. На самом деле это крутая штука. Но это тоже крутая. Но пока это покачаю.
not bad. И плюс 10 мувспидов. Так, ну все, guys, на сегодня наконец-то все. Всем пока. Я сегодня дохуя стримил. Сегодня я стримил Path of Exile 2 часа. И еще Доту плюс Path of Exile еще 3. С хуем часа. Шок. You're right. You're right. You're right. О, аура не работает, когда я в городе. Нету этой ауры inspirational. Yep. Слав. Все, всем пока на сегодня. О, дохуя стримил. А вчера не стримил. Все, бабалите. Бабалити из реалити.